Фастфуд по стандарту. Роскачество разрабатывает ГОСТ для шаурмы, об этом пишут «Известия». В августе 2023 года более 40 человек отравились шаурмой в Москве. Это стало поводом к задержанию подозреваемых, связанных с ее изготовлением и продажей. Сейчас, по задумке инициаторов, новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства. От начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. В Роскачестве также пояснили, по рецептуре и способу приготовления это блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. Теплое сочное мясо смешивают с охлажденными соусами, салатом из свежих овощей и зелени. Разные температуры, высокая влажность компонентов блюда способствуют тому, что микроорганизмы в нем развиваются достаточно быстро. Однако у идей ГОСТа для шаурмы есть скептики. ГОСТы, они по своей природе являются необязательными к применению, то есть их могут применять предприятия на добровольной основе. Соответственно, кардинальным образом это вряд ли изменит ситуацию, потому что добровольное применение документа может игнорироваться теми же самыми точками общепита.